Мариуполе в школе номер 46 поселка Старый Крым состоялась 18-я всеукраинская олимпиада школьников по греческому художественному творчеству. В олимпиаде приняли участие более 130 детей из Мариуполя, Бердянска, Харцизска, Волновахи, Сартаны, Старого Крыма, а также из сельских районов Донецкой области. Организовала мероприятие Федерация греческих обществ Украины. Участники соревновались в номинациях театр, вокал, соло, новогреческий язык, румейский, румский диалекты, щитцы, поэты и изо. На олимпиаде присутствовали почетные гости. Председатель Федерации греческих обществ Украины Александр Проценко-Пиджаджи, генеральный консул Греции в Мариуполе Элини Гергопулу, координатор по вопросам образования в Генеральном консульстве Греции в Мариуполе Хриса Тамисоглу. Оценивали участников преподаватели МГУ, работники культуры, опытные преподаватели из Греции. Победители олимпиады получили от жюри дипломы и подарки. Хронили, ну, первый вопрос.